Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Tom Clancy's The Division. В прошлой серии мы с вами выполняли сюжетную операцию, были в квартире Амхерста. Это местный тут такой главгад, один из главгадов, врач, который создает и модифицирует этот вирус оспы. А в этой серии, друзья, мы с вами будем выполнять побочные всякие здесь задания, инциденты, побочные операции, потому что их большое количество скопилось уже. Нужно и карту от них почистить, и покачаться на них нужно. В общем, давайте смотреть, что у нас есть рядом, что мы можем взять. Ну вот рядом, совсем рядом, есть у нас какая-то небольшая операция. Давайте ее возьмем и на нее сходим. Пропавшие без вести. Внимание, выход из безопасной зоны. Так, нам бы только лишь понять, куда идти. А вот. Поблизости обнаружена эхозапись. Так, хорошо, давайте посмотрим эту эхозапись. Странно, они никто не будет говорить. Давай отдадим рыбные палочки. Ну пойми, пожалуйста, они нам самим нужны. Но я все равно не люблю рыбные палочки. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Нет, тебе туда нельзя. Они сожгли магазин, который прямо через дорогу. Там слишком опасно. Так, в общем, ладно, друзья, я не знаю, довольно долго это, наверное, сейчас все будет возня там, если каждого прослушать. Так, стоп, а это и есть наша операция, что ли, получается так? Получается так, интересно, друзья, я такого еще ни разу не встречал, я даже сам не знаю, что делать. Ну хорошо, давайте еще разок попробуем запустить это все. Потому что там что-то про Фэй. Может быть, это Фэй Лау. Про нее разговор идет. Так, а где у нас есть какие-нибудь варианты, чтобы еще послушать кого-то? Угу, тут про рыбные палочки, это мы видели. Нет, тебе туда нельзя. Они сожгли магазин, который прямо через дорогу. Там слишком опасно. Слушай, Фэй сказала, что я должна отмечаться каждый день, а встревоженная Фэй ничем не лучше разъяренной Фэй. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Давай отдадим рыбные палочки. Ну пойми, пожалуйста, они нам самим нужны. Но я все равно не люблю рыбные палочки. Короче, друзья, не знаю, какая-то возня, вот непонятно, что вообще тут происходит, и операции больше нет. И за выполнение нам ничего не прилетело. Ну, короче, ладно, давайте сюда отправимся. Ох, дорогуша, в городе орудует серийный убийца. Какая-то жуткая дама по имени Мишель Мейсон. Я должна попросить тебя разобраться с ней, но только действуй осторожно. Я загружу тебе ее последние известные координаты, и учти, я тебя предупреждала. Да хорошо, ничего страшного там. Мейсон, кто там? Сейчас со всеми разберемся, какие вопросы. Не будет больше безобразничать. Хотя здесь, вот в этом городе, еще быть каким-то серийным убийцей или каким-то маньяком, это вообще такое себе. Подхватишь эту оспу и завалишься тут под автобус кровью харкать. На кого тут маньячить особо? На вот этих полубольных тут бомжей, которые лазят. Пусть попробует поманьячить на этих, на чистильщиков, посмотрим, или на зэков, например. Как она там поманьячит, интересно.
А ну-ка. Ага, ничего. Ребят, не безобразничайте, нет, все нормально. Как-то странно вы тут сидите. Ребятишки. Есть. Угу, а вот эти явно безобразничают. А не надо было. Смотрите, как дым подсвечивается. От мигалочек прям. Объемно, классно. Это при всем при том, друзья, у меня еще далеко не максимум графики в этой игре стоит. Если максимум графики поставить, она, конечно, вообще фантастически выглядит, но и фантастически жрет ресурсов. 60 FPS я вряд ли вам продемонстрирую. Так, Мишель Мейсон. А, я узнаю, это заданица. Да, друзья, это будет интересно. Стоп, нет, нормальный друг. О, тут даже желтенький есть. А ну-ка, ребят, развлекайтесь пока. Ох, поставил я, конечно, классно. А нет, достает. Иди отсюда, чего ты тут шаришься? Иди отсюда, по нам палят, по нам. Сейчас тебе залетит в башку. Вопросы перестанешь задавать сразу. Во, стоит там, что-то спрашивает, вопросы задают какие-то странные людишки. Нас просто бросили. Тебя не бросили, друг. Все. Иди к своим. Все нормально. Тебя никто не бросал. Слушайте, а сколько здесь, кстати, золотых? Но они еще маленького уровня, так что я бодренько иду. Если бы они были уровня побольше, я бы так бодренько здесь не поиграл. Ой, как-то непонятно, они там вообще спускаются. Я рассчитывал в одном их месте увидеть, они тут в другом спускаются. Ты хочешь постреляться со мной? Ну давай, подруга, постреляемся. Ой, ни разу в голову не попал, это жесть. Ох, я помню, на своем уровне она столько проблем причиняет. Жестко очень, друзья. Очень жесткий босс такой. Давайте-ка мы к ней вплотную подойдем, к подруженце к этой, и разберемся с ней уже в плотничке. Для начала мы и поиграться дадим одну штучку классную. У нас тут есть. Все. Ох, нам сказали, что тебе удалось ее найти. Отлично. Надеюсь, тебе не попала кровь на одежду, а то такие пятна потом не отстираешь. Это самое страшное, конечно. В мире, где все заражено какой-то лютой оспой, мутировавший, пятна на одежде — это самое страшное. А, берем, друзья, продадим потом. Так, а здесь детали оружия. Ну, в общем-то, все. Вот такая вот операция побочная. Поэтому что, берем следующую. Благо, мы недалеко. Ох, дорогуша, до нас дошли ужасные новости, просто ужасные. Бандиты взяли в заложники несколько добропорядочных граждан. Куда катится мир? Высылаю тебе координаты. Ужас вообще полнейший, не говори. Я, честно, слушаю тебя вообще в шоке просто. Тут практически весь город захвачен этими тремя группировками. А она прям так это все дело обыгрывает. Пацаны, а вы кто? Говорите, вперед! Ну допустим. Мы тебя прикроем! Вперед, пошел, пошел! А куда вы прикрывать меня будете? Что происходит? Ой, башка не варит. А, это и есть эта спасительная операция? Серьезно? Башка, говорит, не варит. Все, на, в голову таблеток насовали. Как тебе это друг, ты либо стреляй, либо не мешай. Одно из двух.
Так, здесь у нас есть, кстати, где-то телефонная запись. Боже мой, видела новый ролик Арии? Он такой крутой, она офигенная. Ты знаешь, что она встречается с певцом из той шведской группы? Да ты что? Он такой клёвый. А причесон у него... Я его просто обожаю. Да чего же повезло девке? Хватит болтать. Иди лучше новости посмотри. Ой, все, мне пора. Мама бесится. Чмоки. Все, все, счастливо. Звони. Вот такие телефонные еще записи мы будем находить. Какие-то интересные, какие-то, друзья, будут прям, ну, мягко сказать, такие душещипательные. Очень эмоциональные. А, серьезно, смотрите. Тир вообще халявный. Они лезут, я стреляю. Но не попадаю. Но это ладно. С этим мы разберемся. Вылезай. Нет, друг, нет. Даже сиди там. Сиди, сиди. Ты прямо на меня? Какой ты верткий. Ты смотри какой. Хотел красиво, друзья, не получилось. Ладно. Вообще вот на этих маленьких уровнях очень интересно было бы сейчас попробовать... Какой-нибудь дробовичок или двухстволку, там что-то такое. Вот это было бы классно. Все, из-за вас весь сыр-бор. Спасибо, это был какой-то ужас, кошмар. Все, я погнал. Давай, гони. У тебя, наверное, сегодня на завтрак был шпинат. Я слышала, те люди уже возвращаются домой, живые и здоровые. Как вернутся, я их угощу сэндвичами с тунцом. Угости. Угости, а мы тем временем отправляемся дальше. Рядышком у нас есть еще одна побочка. Агент, к тебе можно обратиться? У нас тут неприятность. Кто-то испортил нам антенны. А ты ведь наверняка в этом разбираешься. Ты же у нас умничка. Может, починишь? А что мне за это будет? Так и хочется спросить после такой интонации. Починю, конечно. Об чем речь? Оп, потух свет. Так. Можно, можно. Акробат ты наш. Надо же так помереть в такой позе. Друг, я здесь. Вот он я. Вот здесь стою. А что это за желтая стрелочка? А, это спуск, наверное, в опорный пункт. Или куда-то туда. Доберитесь до антенны. Ну, я думаю, что это сложно особо не будет, хотя кто его знает. Эта игра может сюрпризы преподносить, будешь какой-нибудь вход искать полчаса. Всегда готов подраться. Интересно. Люблю повеселиться, да, особенно поспать. Дружбан там что-то в рюкзаке носил. Сдетонировало. Не носите, друзья, ничего в рюкзаке, что может сдетонировать. Это будет вот так вот, как с этим красавцем. Так, и что? Сюда, наверное. А чего там светишься? Ну хорошо, давай я сюда подойду. А, там кнопка, все ясно. Думаю, что такое? Угу. Смотрите, какой ловкий парень. Раз такой прыг на стеночку двухметровую, ручками подтянулся там со всеми своими стволами, амуницией. Так легко, так прям спокойно, свободно. Обзавидуешься. Не, сюда мне, наверное, не надо. Нет, а сюда-то мне и надо, скорее всего. Да, наверх. Ой, ты серьезно, что ли?
Так, ребятки, где вы там? Смотрите, подарочек. Оп. А ну-ка, подарочек, сделай красиво. Раз. Ладно, я сам. Вот и все. Вот и кончилось. А, в дымок зашел. Прикольно. Кстати, не управляется персонаж, когда в дымок заходишь. Ну, точнее управляется, но очень-очень туго. Ну и ну, ты просто молодец. Теперь все работает. А, вот бы Бенни был такой рукастый. А Бенни это кто, твой парень, наверное, или кто? Но Бенни, наверное, не такой рукастый. А можем сократить? А, можем. Не очень удачно, правда, ну да ладно. Ну что, следом что у нас идет? Во-первых, телефонную операцию. Ой, телефонную операцию, говорю, телефонную это. Сообщение сейчас подберем, послушаем. Горячие линии, сэр, чем помочь? Хочу сообщить, что человек пропал. Это мой брат. Поняла вас, как его зовут? Тревор. Тревор Слоун. Где и когда его видели в последний раз? Мы были у Мэдисон Сквер Гарден. 2 дня назад. Агент. Требуется твоя помощь. Забрать препараты для стерилизации. Они мне просто необходимы, учитывая, в какой грязи приходится жить. Но они... они в канализации. Найди их, пожалуйста. И потом, как следует, простерилизуй. Господи, даже не верится. Какая псинка? Ты кому это сказал? Пора с тобой кончать. Все. Какой придурок со стволом? Ты что, я тебе жизнь спас практически. А ты так меня обзывать. Нехорошо. Ох. Не то совсем. Не так. А как-то можно же быстро спускаться? Ну нет, опять не так. Ну что, очередные разборочки нас ждут здесь. Ребята, развлекайтесь. Бесплатная. Бесплатная дискотека. Все, что ли? Кто ж знал, я б турель бы не тратил. Думал, там целый замес. А здесь должен быть замес, по-моему, насколько я помню. Тут, кстати, можно низом пройти, можно верхом пройти. В общем, большой разницы тут нет. Можно так, можно так. Мы все за тебя болеем. Ага, просто ящичек здесь. О, слава богу, тебе удалось их найти. Они мне так нужны, то есть нам нужны. Срочно. Большое спасибо. А это не просто ящичек. Что интересно. Сам нарвался. Это как раз и выполнение нашего задания. Там и лежали эти препараты. Ну что, пока довольно-таки бодренько все идет. У нас с вами проходится постепенно, по чуть-чуть. Все, проходим. Еще в этой игре есть интересный такой момент. Метро. Там тоже свои миссии, тоже задания. Я уж не помню там насчет каких-то сюжетных, но... Там есть тоже... Куда сходить, что посмотреть. Может быть, заглянем, друзья, но пока у меня вот по плану именно сюжетное прохождение, пройти эту игру. По всем сюжетным операциям посмотреть.
в общих чертах на этот сюжет этой игры, что здесь происходит. А дальше уже мы с вами решим, будем ли мы еще играть или же что-нибудь другое, интересненькое посмотрим. Возьмем на канал на прохождение. Потому что вот эта игра все-таки она ММО, и она, я вам скажу, что она бесконечна практически. Внимание, вы входите в зараженную зону. Всем группам, у нас приоритетный запрос от Цера. Они хотят знать, что делает вирус в карантинной зоне на 22-й западной. Внимание, проверка на заражение. Внимание, проверка на заражение. Так, сколько у нас всего этих сканеров, интересно? Ну, что, ты не лезешь, что ли? Давай, давай, полезли. Передайте данные о вирусе в облачное хранилище. А, все, что ли, всего два? Быстро. Быстро их нашел все. Ага, хитро, хитро. Чтобы пойти туда, сперва нужно пойти назад. А здесь у нас чистильщики, а, ребятки? Ну, давай, развлекайся. Ну, как-то так. Отлично. Ой, какой тут надо круг делать, вообще жесткий, друзья. Просто нереально тут. Так они замудрили все. Отлично. Большое наградка спасибо, будет агент. Здесь. Наши медики уже приступили к анализу данных. Меня устроит сундучок. О, какой сундук, друзья. Пулемет, да ладно. Да ну, не верю. А ну-ка покажи. Что там за пулемет такой матерый? Вот это что ли? Ну такой себе, такой, да. Или какой там? Что там выпало-то, не пойму. Не, ну определенно там какой-то пулемет был. Ох, сильно падает у нас. Почему-то прям с 7800 на 6400 падает. Нет, пока я не готов так жертвовать живучестью настолько сильно. Ну что ж, еще один в копилочку. Давайте-ка вот эту берем теперь. Нам поступил сигнал бедствия. Одну секунду. О, господи. Это что за цвет такой? О, прости. Да, высылаю тебе координаты. Жесть, друг там что-то сплюнул. Говорит, что это за свет такой. Так, как бы нам отсюда так вот бодренько выскочить с этой крыши? Не спускаться же нам, как нормальные люди, или придется? Да я чувствую, придется, друзья, наверное, спускаться по-обычному. Вообще, по идее, всегда есть такой тросик. Можно прям раз и съехать по нему, но, походу, не в этот раз. Хотя должен быть, друзья, по-любому должен быть такой тросик. Где-то там, наверное, есть. А ну-ка, дайте-ка еще раз туда забегу, посмотрю. Ну, там как бы можно, наверное, на этот балкон спрыгнуть, но, скорее всего, он не залезет туда. Ой, вообще, такой вот это вот бред, честно вам признаюсь. Самый настоящий бред. Еще попробуй с этой крыши вылези. Да, в итоге... Нет тут другого варианта, кроме как здесь выходить. Ну ладно, выйдем здесь, ничего страшного.
как-то можно по этим быстро передвигаться. Я не помню как, но, по-моему, как-то можно. То ли на пробел, то ли на какую-то другую клавишу. А ну-ка, телефонная запись здесь есть. Да, вот она. Что он делает? Идет в ювелирный магазин. О боже, ты знаешь, что это означает? Ничего это не означает. Здравствуйте. Вы выходите из зараженной зоны. Эх, не дали дослушать со своей зараженной зоной. Не дали до конца дослушать эту запись телефона. А ну-ка еще одну возьмем. Эй, Джей, угадай, кто достал билеты на матч? У тебя билеты есть? Ламар не смог пойти. И я подумал, а кто у нас фанат баскета? Если честно, то мне сейчас не очень. Ты уверена? Посмотри в окно. Фига себе, это ты в лимузине? Ну и как? Тебе уже лучше? Так, а здесь уже, кстати, друзья, будет пободрее дело идти, потому что здесь уровень локации гораздо больше. Эх, не взорвал. Ну, вылезаем. Вылезаем. Воу-воу-воу-воу, стоп-стоп-стоп, друг. Не нервничай. Не понял, подожди. Братва, тише. Откуда у вас только тут навалило, интересно? Что-то я не понял. Угу, все, зачистили сектор, теперь можно дальше выдвигаться. Ох, вот это я выскочил на них вообще. Выскакивают, вылетают, красавцы. Жесть. Генератор стабилизирован. Внимание! Замечен враг. Ох, как здесь все прям свечение такое. Аж слепит, ничего не видно. А ну-ка давайте поработаем вот так вот красиво. Оп. Стоп. Чего? Что это такое? А ну-ка вылезаем, ребятки. Все. Красиво. Смотрим, что дальше у нас нужно. Нет, не то не надо. А, все, скорее всего, конец миссии. Спасибо, агент. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал! Господи! Ты бы брал пример лучше бы со своих этих. С кем ты тут сидел вместе? Они уже давно влупили, побежали. Стоит, рассуждает. Так, ну что, сундучок. Сундучок должен быть. Вот он.
Угу. Возьмем, но хотелось бы, конечно, синечку. Зеленка это такое себе. А, тоже возьмем, продадим потом. Что у нас дальше по списку? Дальше по списку нам бы отсюда выбраться. Сейчас опять будем вылезать полгода отсюда. Так, кстати, у нас вот тут еще осталось. Смотрите, нам, наверное, лучше вот сюда. Быстрое перемещение, и потом мы оттуда сбегаем на вот эти две миссии. На инцидент и на побочку. Потихонечку зачищаем, но, друзья, их очень много. Побочных операций вообще превеликое количество. Так как с кондачкатой всей сразу не пройдешь. Боже мой, это ужасно. Нам вчера отправили партию лекарств, но она пропала. Только подумай обо всех тех несчастных, которым они так нужны. Будь лапочкой, найди пропажу, ладно, а? Будь ласка, да? Сейчас бегаем, найдем, какие проблемы. Правда, лупить долго. Хоть бы велосипед выдали, серьезно, в этом же есть смысл. Прикол. Крысы. Во-первых, они дамажатся. Вот это для меня вообще открытие. Я такого ни разу не встречал. По крысам можно стрелять. И они выдерживают больше, чем одна пуля. Друзья, это какие-то супер крысы здесь. Мутированные какие-то. Пули непробиваемые. Какие тут машины стоят, а, обалденные. Посмотрите, вот полицейская машина какая классная. Смотрится, да, друзья, шикарно как. Литье, почти низкий профиль. И лопаются они красиво. При всем при том. И вот смотрите, есть несколько видов вот этих побочек. Что-то починить, но при этом... Нужно кого-то стрелять, кого-то освободить, кого-то убить, например. Разные побочки, поэтому никогда не знаешь, какую тебе повезет выполнять в этот раз. Здесь, скорее всего, все-таки кого-то... Внимание, приближается противник. Все? А, тут еще сзади есть, серьезно? А, это миссия. Нет, подождите, это не побочная операция. Это, по-моему, инцидент. И, по-моему, он на защиту вот этих боеприпасов, насколько я знаю. Точнее, не боеприпасов, вот этого груза. Вот они, красавцы, уже пришли. Тревога. По припасам ведется огонь. Хочешь сдохнуть? Это строй. Да ваш, все, забирай себе его. Противник. О, отлично, друзья. Отсюда можно нам все это дело и пройти спокойно. Тревога. По припасам ведется огонь. И куда ты там спрятался, дружок? Внимание, приближается противник. Да, так и есть. Вот с одного этого моста можно всю эту миссию пройти. Вы что ли? Должна сказать, мы все очень впечатлены твоей работой. Как увижусь с Бенни, я обязательно ему про тебя расскажу. Он будет в восторге. Что там за такой таинственный Бенни, интересно? А нет, друзья, это оказалось не инцидент, это оказалось действительно операция. Какой-то у нас тут рэпчик французский подъехал. Не знаю, друзья, что это за язык. Ну, на первый взгляд, похож на французский. Все теперь только о себе думают. Не то, что ты. Слушай, друг, ты что-то синее дал? В смысле? Оружие синее? Дружбан, это ты нам с ВДХ сейчас подкинул на 8100? Нет, 8100 это наше.
А, он, наверное, вот эту подкинул. Скорее всего. Так, тут что? А тут? А тут чуть получше. Вот эту мы, кстати, сейчас снимем. А вот сюда мы поставим. Так, здесь импульс, а здесь... Почему вот это не выбирается, не пойму. Ну-ка, еще раз. Лучше синюю. Так, а инцидент получается где-то... Где-то внизу. Интересно. А здесь что? А, следы агента. Ладно, следы агента эти пока оставим. Я еще не совсем помню, зачем они нужны, эти следы агента. Но я думаю, что просто, скорее всего... Внимание, диспетчер патрулям в Челси. Чтобы на 20-й западный значительно ослаблен напор воды. Проверьте, в чем дело. А вот мы их без всяких этих стрелочек нашли. Без проблем. А, классная миссия, я помню. Помню, друзья, ее. Ну, давай, давай, включай. Внимание, давление воды критическое. Так. Внимание, к вам приближается противник. Не страшно. А, нужно защищать, все, я понял. Защищать этот кран. Внимание, давление воды критическое. Внимание, к вам приближается противник. Красота, друзья. Обожаю, когда они взрываются, эти баллоны у них. Так-то все круто выглядит. Ага, нам наверх. Все, я вспомнил и заметил сейчас. Я знаю, что здесь придется побегать. Интересная такая миссия в этом плане. Придется побегать, покрутить эти вентили. Ой, наверное, зря. Ну ладно, слез так слез. Внимание, к вам приближается противник. Воу-воу. Внимание, к вам приближается противник. Не-не-не-не-не, бежи-бежи. Прячься. Воу-воу-воу, друг. Не помню, сколько их всего, этих вентилей, но, по-моему, вот этот последний. Может быть, а может быть и нет. Посмотрим. Главное смотреть, откуда бегут красавцы. Внимание, к вам приближается противник. Вот и все. Напор воды в системе восстановлен. Спасибо. Только нужно поискать ящик, друзья. Он здесь где-то есть. Так, по-моему, на втором этаже. Вот он. Но мне кажется, он не один. Здесь такой ящик хороший, красивый. Я думаю, еще где-то есть. И может быть даже с более ценным каким-то.
каким-то лутом. А может быть и нету, друзья. Вот оббежал все, нигде на миникарте символов не светится. Ну что ж, продолжаем. Скорее всего, мы сейчас сделаем по-хитрому. А, вот мы, кстати, выполнили все побочки. И у нас теперь... Дорогуша, ты прелесть, просто прелесть. Да, я прелесть. Спасибо. Сейчас мы сгоняем туда. Или все мы получили. Я не помню, друзья, точно. Я помню, что когда зачищаешь здесь полностью... По всем данным, эта зона безопасна. Полностью от побочек в карту, то что-то нам здесь полагается. Дорогуша, это же чудесно. Наверное, вас очень хорошо обучали в этом вашем спецотряде. Вот бы мои детки были такими же активными. Но мой Бенни сам и шнурков-то завязать не сможет. Может, ты с ним потолкуешь, как все это закончится? Ну ладно. Угу. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, они отправляют в следующий опорный пункт. Вот по завершению. У нас опорные пункты уже некоторые открыты, поэтому... Может быть, в этот раз все закончилось обычным диалогом. Давай-ка мы сейчас тебе все продадим, дружок. Нам тут половина вообще не нужна. Ох, сколько всего нахватали, друзья. Вообще просто целый рюкзак барахла. Заглядывайте еще как-нибудь. Все. И сейчас мы сделаем по-хитрому. Значит, боеприпасы не помню. Максимум, максимум. Сейчас мы сделаем по-хитрому. Мы улетим куда-нибудь вот сюда. И отсюда уже пойдем на побочки. Тут тоже их нужно выполнить как минимум 3. Вот у каждой зоны, посмотрите, есть такое очертание, в которой входят вот эти побочные задания. Выполним все. Получим спасибо. А ну-ка, есть что-нибудь хорошенькое? Что-нибудь классное? Нет. Вы тут поосторожнее. Ну вот даже не знаю, друзья, можно попробовать, например, еще побочку какую-нибудь захватить. Если по времени успеем. Давайте попробуем. Агент, у нас тут какие-то проблемы с коммуникациями. Разберись, в чем дело. Таких сцен у нас в сериале не было, так что тут я тебе помочь советом не смогу. А, это ты, актер? Ясно, ясно. Я думаю, что ты голосок знакомый. Это ты, дружище. Внимание, вы покидаете безопасную зону. Я думаю, успеем. Нам там надо-то? Минуточек 5, наверное, на все про все. А может быть и нет. Так, ну это явно спуск, а нам все-таки сперва нужно залезть. Хорошо, а залезть где? Вопрос интересный. Может, как через магазин можно пройти? Есть тут где-нибудь черный вход какой-нибудь? Нет, здесь просто есть дверь, видимо, на улицу. Так, тут у нас лестница. Ничего это нам особо не дает. Вот иногда, друзья, и такие операции попадаются, что приходится здесь сперва понять, куда тут надо идти, как туда залезть, а уж потом выполнять ту саму операцию. Ну что-то вот пока у меня вообще мыслей никаких нету. Как это все сделать красиво? Нет, лестница не падает. Я думал, может, хоть лестница как-то упадет. Выдвинется. Так, вот это, конечно, момент интересный. Ладно, давайте еще минутку-другую
попытаюсь поискать, но выполнить уже в этой серии, наверное, у нас с вами не получится. Будем делать уже в следующей, выполнять это задание. Пока вот не совсем понятно, как сюда залезть. Ох, что-то прям долго оббегать это все дело. В общем, друзья, попытаюсь сейчас разобраться. Серию мы сейчас на этом закончим. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Любые пожелания, предложения, друзья, просто пообщаться, пишите в комментариях. Я их читаю, отвечаю вам и увидимся в следующей серии. Пока-пока.